не вся та колбаса, что докторской зовется. В Красноярске подведены итоги рейтинговой оценки докторской колбасы. Из 13 образцов специалисты Центра стандартизации выбирали самый лучший из всех съедобных. Сначала продукцию исследовали в лаборатории по физико-химическим показателям. Ну а позже в центре проводилась дегустация. Лабораторные исследования показали, что в большинстве образцов докторской используется крахмал, карагинан и соевый изолят. Итак, уважаемые, на наших прилавках 92% докторской колбасы – это фальсификат. По мне, так самую объективную оценку качества лучше моего кота никто не даст. Продукт безупречный, учуют даже в холодильнике. Вот и мы ближайшие полчаса посвятим всем тонкостям потребительского рынка. Устраивайтесь поудобнее и настраивайтесь это посмотреть. Меня зовут Олег Буря, рад вас приветствовать. Смотрите сегодня в программе НЭП. На самом деле это восполнение собственного кератина, ну, дополнительно искусственным гидролизованным кератином, для того, чтобы волосы были здоровые. Быть можно дельным человеком и думать о красе волос. Даем старт очередной экспертизе, тестируем различные услуги по уходу за волосами и выясняем, сколько зарабатывают салоны на нашей слабости к прекрасному. Ну что, сынок, как тебе не полегчало? Будем лечиться народными методами. Банки, горчишники, ингаляция. Стоит ли доверять народным средствам и чем они могут навредить в студеную зимнюю пору? Разбираемся вместе со специалистами. Если я добавлю, например, в мясной фарш какой-то субпродукт, это будет сразу резкий запах. Это будет очень сильно отличаться от внешнего вида. Мясной вопрос. Изучаем, каким должен быть настоящий фарш и для чего в него добавляют сырой картофель с хлебом. Похолодание, как обычно, вызывает обострение болезней. И самой обычной и массовой становится простуда. При этом подход к ее лечению кажется совсем простым. Ведь даже говорят, если лечить простуду, то она пройдет за 7 дней. А если не лечить, то за неделю. Предлагаю ознакомиться с международным опытом преодоления этой неприятности. Корейцы лечат простуду чаем с имбирем. Раз в 5 лет тибетские ламы готовят по древнему рецепту чесночно-спиртовую настойку. Принимают ее особым образом, с молоком и никакой простуды. Жители США при первых признаках простуды принимают коктейль из мятного настоя, лимонного сока, меда и чеснока. Ну а братья финны любые проблемы со здоровьем решают в бане, за чашкой патагонного чая. А вот насколько эффективны русские народные методы, предлагаю разобраться вместе с Алиной Алтынгузиной. Зима, зима. Именно это время года самое коварное и опасное для вашего здоровья. И если не укреплять иммунитет, то последствия могут быть самыми неожиданными. Это огромная группа совершенно различных по клиническим проявлениям заболеваний, различным по последствиям, различным по осложнениям. Самое серьезное, самое страшное из этой группы – это все-таки грипп. Он, и особенно грипп А. И выраженный интоксикационный синдром. И значимая контагиозность, то есть легко передается от больного к здоровому человеку. При первых симптомах немедля приступайте к лечению. Но не стоит сразу же ложками лопать малину и съедать по 2 лимона в день. Сначала сходите к врачу. Ведь обычная на первый взгляд ОРЗ может оказаться хроническим заболеванием дыхательных путей. Если у человека высокая лихорадка, если выраженный интоксикационный синдром, конечно, лучше вызвать врача хотя бы для того, чтобы посмотрели, послушали и не пропустили осложнений. Вакцинация против гриппозная. Это вещь необходимая в каждого культурного человека, каждого цивилизованного человека. Да, она не предупредит другие респираторные инфекции, аденовирусную инфекцию, риновирусную инфекцию, массу еще других, но те инфекции по значимости, по тяжести, по последствиям, они совершенно не такие, как грипп. Так-то. Никакого самолечения, уважаемые гриппующие и чихающие. Такие инфекционные заболевания могут привести к серьезным осложнениям. От поражения почек, центральной нервной и сердечно-сосудистой систем до воспаления легких. Во всем соблюдайте меру. Даже безобидный горчичный порошок может навредить. К примеру, прогревание ступней. Насыпали 3 чайных ложки порошка в носки, походили с этой ароматной смесью минут 15 и на этом заканчивайте эксперимент. Иначе получите ожог. А вот собрать их порошка, горчишников, официальная медицина тоже не жалует. Их лечебное действие на заболевания дыхательных путей уж очень сомнительно. Это является не столько
эффективным методом лечения, сколько более опасным видом лечения, так как могут оказывать сильнейшие ожоги на тело человека, оказывать аллергические реакции и также плохо влияют на сердечно-сосудистую систему. Еще одно любимое средство нашего народа населения – вареный картофель. Об ингаляциях с его участием при насморке лучше забыть. Это уже повреждение слизистой, это уже своеобразная травма. И если вы вдруг еще горячим паром на уже обожженную слизистую начнете действовать, особого смысла нет, я так думаю. Следующие в нашем черном списке – банки медицинские. Принято считать, что они усиливают кровообращение и способствуют быстрому избавлению от внутренних воспалений. Однако медицина к такому лечению относится неоднозначно. После их применения на коже остаются большие гематомы. Они могут быть не только под кожей, но и на верхних слоях плевры. Также это оказывает очень сильное воздействие на кровеносные сосуды. Они становятся хрупкими и ломкими. А также очень большое негативное влияние оказывают на распространение вируса по всему организму. Наш вам совет. Занимайтесь самолечением только с позволения вашего терапевта. Иначе ваш больничный отпуск может затянуться. Ешьте больше витамина С и одевайтесь теплее. Все-таки сибирские морозы самые суровые. Интересный исторический факт. В средние века жена французского короля Людовика XIV, мадам Ментинон, чисто по женской логике, захотела в середине очень жаркого лета покататься на санях. Французский король Людовик XIV утром следующего дня устроил для своей королевы многокилометровую заснеженную дорогу из сахара и соли по дорогам Версальского дворца. У нас такого добра в Сибири, видимо-невидимо. Можем поделиться со всеми нуждающимися, а заодно расскажем, как утеплить себя любимого. Когда организм хочет спать до обеда, пить горячий кофе и перечитывать слова классиков, КНЭП предлагает совершить кощунство. Встрепенуться и отогреться способами подручными. Давайте вместе составим горячий рейтинг. На первом месте, безусловно, домашние коты. Они шерстяные, теплые, с функцией вибромурлыканья, этакие усатые грелки. Но пусть Матроскины проходят и вне конкурса. А мы обратимся к вещам явно неодушевленным. Над ними хотя бы эксперименты ставить можно. Способ первый – термобелье. Способ прогрессивный, обещает избавить от бесконечного укутывания. Но как можно согреться таким тончайшим полотном, кстати, из полипропиленового волокна? Разъясните же кто-нибудь. Здесь идет как бы эффект термо, то есть оно сохраняет тепло вашего тела. Есть необычное плетение, как бы сохраняющее тепло и выводящее влагу. А значит, что такой слой белья не призван согревать вас, он лишь сохраняет микроклимат. Летний вариант и требует второго слоя, например, белья из флиса. Он-то и согревает наши души и тела. В нем, если верить продавцам, много микроотверстий, а значит и воздуха. Эта дышащая подушка выводит влагу наружу. Для повседневной носки подойдут модели ультралайт и микро. Если вы фанат спорта, ищите на этикетке надпись «Моно». Чтобы согреться в зимнюю стужу, лучше выбрать модели «Плюс» и «Дьюи». Создано было для максимальной практичности и комфорта. Поэтому в нем можно заниматься практически чем угодно, хоть летать в космос. И цены есть тоже космические. Но средняя стоимость зимнего набора, кофта и штаны, около 2500 рублей. В принципе, доступно. Берем такой набор на вооружение. Состав 100% полиэстер. Внутри вкладка из флиса. Момент первый. Примеряя такую одежду, помните, сидеть белье должно размер в размер. Проверьте швы. Они должны быть гладкими, еле ощутимыми. А вязка на зонах активного потоотделения обычно крупнее остального полотна. И еще. Успешная работа термобелья напрямую зависит от верхней одежды. А теперь проверим воздухопропускные способности белья. Светом. Луч от фонаря рассеется или вовсе потонет в пучине ткани, если вязка слишком плотная. Просвечивает очень хорошо. Видны крупные волокна полотна. Могу сделать вывод, что ткань эта очень хорошо пропускает и влагу, и воздух. Способ второй – шерсть. Метод проверенный, народный, экологичный. Вот сколько плюсов. Но славится шерсть и привередливостью. Стирки особой требуют, колется и пахнет специфично. За советами шерстяными отправляемся в гости к кинологу. Ведь именно собачьей шерсти принято петь дифирамбы.
Звонкий немецкий шпиц, господа. Маленькие облачка на ножках. Пора вычесать вас, товарищи. Вот сейчас у нее самая линька, когда деткам 2 месяца, и у них хорошая интенсивная линька, когда снимается вот такая хорошая шерсть. Очень мягкая. Очень мягкая, правильная для вязания. С одной собаки один полиэтиленовый пакет теплого добра. Из него уже придется нить. Любите колючки? Тогда в пряжу добавляют остяк, длинный жесткий волос. На рынке пояс из собачьей шерсти стоит без малого 2000 рублей, носки 1000. Изделия из шерсти козы или кролика дешевле в среднем рублей на 300. Надеемся, этот теплый потребительский сюжет согреет вас как следует. Оказывается, у шоколада есть свой праздник. 20 лет назад французские сладкоежки предложили отмечать Всемирный день шоколада. Сказано, сделано. Пометьте в календаре 11 июля и смело налегайте на любимые шоколадки, батончики и шоколадные яйца. Кстати, в США нельзя купить шоколадное яйцо. Там действует закон, который запрещает вкладывать несъедобные предметы в продукты питания. А в наших же магазинах сплошной рай для сладкоежек. В этом убедилась Виктория Тиханович. А еще моя коллега знает, как сэкономить на сладкой страсти. Эх, эти всеми любимые сладкие батончики. Твикс, Баунти, Марс, Сникерс. Голова кругом от такого сахарного изобилия. Хочется попробовать все и сразу. Ладно, мы люди с богатым гастрономическим опытом, но вот детскую страсть к сладкому стоит ограничивать. Первая опасность употребления батончиков – это то, что у детей повышается сахар. Это может привести к тому, что будет вообще нарушен обмен глюкозы. Это нарушает функцию поджелудочной железы. И много этого есть. И часто ребенку давать вообще сладости не рекомендую. Сегодня Марс, завтра Твикс, послезавтра Сникерс. Сладкий замкнутый круг. А все почему? Добавляются специальные консерванты пищевые, которые вызывают пристрастие. Это как у Вискас. Вискас кошка ест. И вот эти вот всякие там для собак. Там же специальные вот эти специи добавляются. Специальные вкусовые консерванты, которые раздражают слизистую желудка, раздражают слизистую кишечника, идет импульс мозг, и хочется еще раз получить вот этот вот эффект. А ведь можно приготовить их дома. Начнем с ингредиентов. Особое внимание следует уделить выбору шоколада. Дело в том, что сейчас в составе мы можем часто найти пальмовое масло. Этого категорически стоит избегать. Дело в том, что пальмовое масло используется в промышленности и негативно влияет на наш организм. В этой шоколадке пальмовое масло есть. Так что берем другую шоколадку. Продукты куплены, отправляемся в святую святых всех домохозяек – кухню. Все эти популярные батончики можно приготовить дома самостоятельно, чем мы, собственно говоря, сейчас и займемся. Будем готовить Твикс и Баунти. Начнем с Баунти. Помогать нам в этом будет кондитер Екатерина. Так, с чего начнем? Вначале мы возьмем сахар, масло и сливки. И все это растопим вместе на слабом огне. Получившуюся смесь добавляем кокосовую стружку и начинаем придавать форму батончику. Вот такие у нас получились пока немножко непонятные штучки. И мы сейчас их ставим на 1 час в морозилку. Времени зря не теряем. Пока наши баунти замораживаются, мы начнем готовить твикс. Так, что тут у нас на столе, с чего здесь начнем? Сейчас мы делаем песочное тесто. То есть мы смешаем муку, масло, сахар, потом добавим желток. И если тесто будет густым, то немножко сливок, сметаны или воды. У нас сливки. Раскатав получившееся тесто, отправляем на 25 минут в духовку и занимаемся начинкой. В вареную сгущенку добавляем сливки и ставим на слабый огонь. Вначале консистенция из густой превращается в жидкую, а потом начинает закипать, снова становясь густой. И вот спустя 25 минут у нас получилась карамель. После на готовый пласт песочного печенья наносим карамель. Оба рецепта просты, правда только для тех, у кого железная сила воли. Сладкоежкам захочется попробовать все еще в процессе. Финишная прямая. Растапливаем шоколад и наносим его на уже застывшие формы домашнего баунти, а также торт в виде твикса. Разрезаем. Ну все, наши сладости готовы. Баунти и твикс. Екатерина, ну как вам готовка? Ну, это, конечно, немножко дольше и сложнее, чем просто купить батончик в магазине. Но зато это увлекательный процесс. Плюс у вас все натурально, без консервантов. Получается много, вкусно, по-домашнему. То есть для людей, которые любят сладости, конечно, это можно попробовать. Ну, а для тех, кто следит за своей фигурой,
только один кусочек в день. Кстати, розничный ценник промышленных сладостей ничуть не превышает домашний аналог. Однако за натуральность компонентов и свежесть батончиков на прилавке магазина поручиться сложнее. Мы за проверенный и безопасный продукт. Не бойтесь экспериментов и приятного аппетита! Давненько мы не раздавали билетов на выступления столичных звезд. Если вы не поклонник ледового шоу и не хотите посмотреть роскошную шоу-программу с участием Алексея Ягудина, Татьяны Навки и Романа Костомарова, то не мешайте другим участвовать в розыгрыше. Вот этот пригласительный на две персоны может стать вашим. Что для этого нужно сделать, узнайте в нашей группе ВКонтакте. Все условия розыгрыша на стене. Не упустите свой шанс. Ну а прямо по курсу рекламный блок. Не переключайтесь, скоро продолжим. Collection. Россия и страна ТР. От политики интеграции к проектам развития. Весь мир переживает глобальные изменения. Какая роль здесь отведена России? Мы обсудим это на Красноярском экономическом форуме. С 25 по 28 февраля. Считается, что древнеегипетская царица Клеопатра укорачивала свои волосы с помощью горящих свечей. Этот необычный способ стрижки возродил японец Хасегава. В 1976 году он начал стричь своих клиентов с помощью металлической расчески и ручной газовой горелки. Вот и наша Алина Малеева не прочь поэкспериментировать. Она открывает неделю на экспертизу, посвященную здоровью волос и их красоте. Каких жертв и финансовых затрат требует последнее, выясним в первой части нашего расследования. Своим развитием парикмахерское искусство обязано жителям Древнего Востока. Уже в 5 веке до нашей эры они уделяли огромное внимание уходу за телом, занимались окраской волос и ногтей. Вот, например, всем привычная завивка волос имела целую технологию. Пряди наматывали на деревянные коклюшки и обмазывали грязью. По высыханию грязь отваливалась, а локоны приобретали соответствующую форму. Да, думаю, ничего хорошего для нашей шевелюры такие процедуры не несли. А вот каких жертв требует современная красота, предлагаю разобраться всем вместе. Чего только не предлагают бьюти-технологии слабому полу, чтобы остановить на себе взгляд сильного. Кератиновое выпрямление. Что это? Восполнение собственного кератина, ну, дополнительно искусственным гидролизованным кератином, для того, чтобы волосы были здоровые, ухоженные, красивые, естественно. Рекомендуется совершенно всем, даже детям с 9 лет и беременным женщинам. Плюс легкое расчесывание, укладка держится даже под дождем или при ветре. Да-да, как в той самой рекламе. Здоровый блеск плюс длительный эффект. Из минусов, пожалуй, только цена – от 5000 рублей. Ну и, конечно, не помешает поинтересоваться профессионализмом мастера, которому вы записались. Еще одно технологическое волшебство – ламинирование волос. Эту процедуру можно сравнить с ламинированием бумаги для большей сохранности, целостности и прочности. Цена таких услуг стартует от 2000. Процедура рекомендуется после окрашивания волос для сохранения цвета, увлажнения волоса, чтобы волос оставался напитанным. Для объема волоса объем увеличивается на 15% в среднем. Сокращение секущихся концов. В домашних условиях волос укладывается намного легче, без всяких укладочных средств. Становится более гладким, послушным, шелковистым. Но помимо дополнительного ухода за волосами, следует отдать должное стрижке волос. Обещаем, будет жарко. Вашему вниманию мы представляем стрижку горячими ножницами и огнем. Страшно немного, но дело есть дело. Будем экспериментировать. Начнем с ножниц. Температура рабочего материала достигает 150 градусов. Технология следующая. Прядь волос закручивается в жгут, и те волоски, которые торчат, срезаются. При регулярных посещениях проблема секущихся волос устраняется. Эффект радует. Волосы гладкие и шелковистые. И стоимость корректная – 2000 рублей. Переходим к тяжелой артиллерии. Огонь. Это абсолютно безопасно. Конечно. Для желающих отрастить в короткие сроки длинные волосы такое ноу-хау подходит как нельзя кстати. Что происходит с волосами, собственно говоря, когда идет влияние огня? Кончик запаивается. Предварительно мы нанесли лечебную маску на волосы, и сейчас ее запаиваем в волоса. Тем самым у нас волос будет питаться изнутри, получать витамины, полезные свойства, масла. В данной маске состав припинного масла, что
позволяет волосу укрепиться у корня, предотвращается выпадение, стимулируется рост новых волос. И, соответственно, тем самым, что когда мы запаиваем кончик, волос перестает сечься. Для лечения рекомендуется повторять огненную стрижку один раз в 3 месяца, для поддержания нужного эффекта раз в полгода. Результат на голове, как говорится, риск оправдывает средства. В общем, ухаживайте за своими волосами, и тогда здоровый внешний вид не оставит равнодушным никого. Завтра вас ждет продолжение нашей недели НЭП-экспертизы. Анастасия Прохорчук проведет ликбез по стрижкам. Откроет всю правду о том, чем и как могут навредить пенки, лаки и гели для укладки. Ну а прямо по курсу в продолжении темы несколько полезных советов, на что обратить внимание при выборе шампуня. Этикетка на шампуне обещает питание, увлажнение и далее по списку? Не верьте, это пиар-ход. Да и изображенная на упаковке календула, тысячелистник и крапива еще не гарантия того, что шампунь натуральный. Истинно натуральных шампуней, в их понимании натуральным, к сожалению, не было, нет и не будет. Натуральные шампуни могут быть только в качестве народных натуральных средств. Может быть, там, мытье головы яичным желтком, да, это своего рода натуральный шампунь. Столь категоричному заявлению не удивляйтесь. По словам специалиста, наличие в шампуне натуральных соков невозможно, так как их присутствие может привести к брожению средства. Оттого добавляются консерванты. Большинство шампуней состоит из 3-4 поверхностных активных веществ. Без них мы не можем себе представить, потому что, во-первых, это технология производства. Это то, что смывает грязь, смывает кожное сало, смывает кожные чешуйки. Тот миф о том, что лаурилсульфат, лауретсульфат, такие страшные названия, они приводят к тому, что не накапливаются в организме, могут каким-то образом влиять на наши внутренние органы. Ну, это, конечно, здесь только миф. Не стоит падать духом. Присутствие растительных компонентов в качественных шампунях все же есть. При покупке руководствуйтесь не надписью на этикетке, а содержанием. Натуральные экстракты должны находиться в первых строках. Если компонент значится в конце или после химических консервантов, то концентрация такого вещества в шампуне будет равна 0,01% от всего состава. Подбирайте его по составу тех компонентов, которые бы вам хотелось видеть. Если вы хотите прибавить блеск волосам, то там должны быть обязательно некие масла. Масло жаробва, масло камелия, масло органы, масло кокосовое, но не репейное масло. Репейное масло, оно немножечко повышает сальность кожи. Следующий критерий качества – отсутствие густой и обильной пены. Если ваше моющее средство одного из оттенков радуги, то натуральность его под сомнением. Цвет и запах должны быть не ярко выраженными. И напоследок запомните, шампунь выбирается по состоянию кожи головы, а не волос. Далее по курсу наша традиционная рубрика полезных советов «НЭП-ответ». Есть вопросы, но не знаете, кому их адресовать? Звоните в нашу редакцию по телефону 290-1990. Вместе со специалистами мы найдем выход из самых сложных ситуаций. Евгения Николаевна интересуется, какой состав должен быть у качественного крема для рук. На что обращать внимание при выборе этого косметического средства? На вопрос отвечает химик Светлана Сайкова. Лучше всего, если в составе крема входят натуральные компоненты. Это масла, то есть по-английски там это написано oil, да, или oils, то есть разные виды там масел растительного происхождения, там чаще всего, может быть, ментальное масло, может быть, какое-нибудь там масло ореха макадамии и так далее. Это все хорошо. Да. Хуже, когда это минеральные масла. Иногда пишут просто mineral oil, да, или минеральное масло там по-русски, или вазелиновое масло. Эти соединения получаются из нефти, и, ну, в общем, очистка у них может страдать. Ну, это не натуральный компонент, желательно, чтобы его не было. Если много очень в конце там веществ, лимонен, линол, ну, разные такие вещества, то есть отдушки, у некоторых особенно чувствительных людей может вызывать неприятные явления. Крема на натуральной основе с натуральными компонентами не могут стоить там 30-40 рублей, они не могут быть дешевыми. Если крем дешевый, значит, скорее всего, производитель что-то использует дешевые синтетические заменители. Если у вас возникли вопросы к нашим специалистам, звоните в редакцию программы НЭП по телефону 290-1990. Вместе мы найдем ответы на любые вопросы. Предлагаю сделать небольшую рекламную паузу, а после продолжить наше совместное телепросвещение. Сибирская клиника. Аллерголог. 219-02-32.
Люся вышла замуж за автомеханика и родила шестерню. Еще больше шуток на радио Юмор ФМ. Счастье зависит от здоровья, но а то, насколько крепким оно будет, зависит от нас. В эфире 7 канала программа «Своими глазами». Сегодня постараемся приблизить мечту о здоровой и счастливой жизни. По итогам одного из соцопросов, проведенном среди россиян, основная мечта наших соотечественников – дожить до глубокой старости, сохранив силы и здоровье. В этом признались 25% опрошенных. По оптимистичным прогнозам Минздрава, к 2020 году число курящих граждан уменьшится на 11%. Систематически делать зарядку будет каждый третий россиянин. Возможно, и лекарств мы будем потреблять меньше. А на стражу здоровья станут инновационные технологии. Лечение многих заболеваний с помощью таких факторов, как электрический ток, магнитное излучение, тепло, воздух, на сегодняшний день весьма популярное явление. Физиотерапия – один из самых безопасных методов борьбы с различными заболеваниями. Это болезни пищеварительной системы, сосудов, сердца, опорно-двигательного аппарата, эндокринных заболеваний, болезни верхних дыхательных путей и многих других. Настоящий бич современности – ревматические заболевания. Промышленность предлагает широкий спектр лекарственных препаратов. Народная медицина, ванны и компрессы, обертывания, отвары, настои и многое другое. Также помочь справиться с артрозами и артритами могут портативные физиоприборы. Как же они работают? Принцип действия данных приборов – это импульсное магнитное поле, магнитотерапия, которая оказывает очень щадящее воздействие на организм и не вызывает никаких побочных эффектов. Также дает широкие возможности для лечения не только артрита, но и остеохондроза, гипертонии, варикозного расширения вен и даже язвы желудка. На месте воздействия магнитного поля в течение 5 минут циркуляция крови увеличивается до 300%. Это улучшает питание клеток и помогает выведению продуктов воспаления из организма, что дает возможность снять боль, восстановить функции сустава и затормозить развитие болезни. А вот такое инновационное изделие включает в себя несколько типов магнитных излучателей, которыми можно одновременно воздействовать на разные зоны. Наталья, я знаю, что вы, к сожалению, недавно всей семьей переболели гайморитом. Чем лечитесь? Мы обычно используем промыванием и ингаляцией. Наталья, как альтернативу бабушкиным и дедушкиным методам, которые часто для прогревания носа использовали мешочки с горячей солью, это физиоприборы. Такие приборы могут использоваться для прогревания гайморовых лобных пазух и гортани. И могут применяться как в стационарных, так и домашних условиях. Активный темп современной жизни еще не повод забывать о своем здоровье. Тем более позаботиться о нем можно и в домашних условиях. Спонсор программы – Елатомский приборный завод, один из ведущих производителей медицинской техники в России. Физиооборудование «Алмак», «Алмак-2» для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, «Диамак» – головного мозга. «Фея» рекомендован к применению в лечении лор-органов, «Мовит» – при хроническом простатите даже на фоне аденомы. Приобрести оборудование можно в сети аптек «Губернские аптеки» и «Нейрон», а также на выставках-продажах. Телефон горячей линии 8 800 70 0113. Благодарим за помощь в проведении съемок клинику травматологии и ортопедии. Здоровья вам и вашим близким. Увидимся на 7 канале. Наше время в эфире истекло. Предлагаю организованно продолжить делиться полезными советами, экспериментами и ценной информацией ровно в 22 часа на 7 канале уже завтра. И пересмотреть на здоровье все предыдущие выпуски на нашем сайте trk7.ru. Ну а если у вас есть вопросы, на которые пока нет ответов, попробуйте переадресовать их нашим корреспондентам по телефону 290 19 90. Всем удачи и только грамотных покупок. Счастливо!